брат. Здравствуй, дорогой. Как добрался? Ой, долго-долго надобрался до тебя. Все ж здорово здесь, в Великом Устюге, видеть мне симбирского Деда Мороза. И это просто здорово. Не по-дедморозному теплый прием главный новогодний дед страны устроил своему младшему брату из Симбирска-Ульяновска. Наш местный волшебник отправился с подарками и поздравлениями в Великий Устюг, чтобы поздравить старшего российского Деда Мороза днем рождения. Тот в долгу не остался. На правах именинника тоже дарю подарок. Прибери. Я знаю, что друзей у нас много, дарю вот такую книжку, прямо в сказку. Тут есть все мои друзья сказочные. Было бы здорово, чтобы страничка и сибирского Деда Мороза появилась тоже. Младшему брату великоустюжский дед провел подробную экскурсию по своим владениям. Показал зоопарк и свой волшебный терем, рассказал, как справляется с письмами детишек и где колдует над исполнениями их желаний. Спасибо. Вот тут такая у меня потайная дверь. Проходи, давай. Моя лаборатория. Ну и, конечно, главной темой братьев-волшебников стала встреча Нового года и организация праздничных торжеств. Времени до боя курантов осталось совсем мало, а успеть нужно еще многое. Я много путешествую по городам, по селам, постараюсь приехать, но дел у меня много. Да, понятно, что график очень плотный, ко всем успеть очень трудно. Так, но более. Я обещаю точно, что с 31 на 1 точно приду. А пока у нашего Деда Мороза на носу свой праздник. Традиционно в первое воскресенье декабря симбирский волшебник празднует свой день рождения. До него остались считанные дни. Уже в эти выходные все желающие смогут поздравить дедушку и побывать в его волшебном тереме в парке 40-летия ЛКСМ. Юлия Шагунова, новости Улправда ТВ.